Вот, ассаламу алейкум, жігіттер, смотрите. Настоящая пушка, чугуняка, чугун. Настоящая царская пушка. Ну, не царская, но тех времен. Вот сейчас покажу. Видите, какая? То есть место вот этого, значит, заварено, там, где фитиль должен быть. То есть как он заряжался, да? Заряжался он в мешочках, короче, порох. Порох в мешочках сюда забрасывали обычно. Либо один, два, то есть чем дальше хочешь стрельнуть, тем больше пороху, короче. Ну, конечно, слишком много не надо, иначе разорвет эту пушку. И вот они знали, эти, которые... говорят же, бог войны, артиллеристы. Они знали, сколько и куда стрельнуть, на какое расстояние, сколько порох. То есть в мешочках закидывали сюда порох, потом ядро сюда закатывали, ядро. И потом уже фитильком, фитиль подводишь сюда уже. И вот сюда фитиль. И как бахнет, бахнет вот это. О, времена были, да? О, времена были суровые, да. В общем, пишите комментарии, ставьте лайки, что вы думаете об этом.